Всем доброго времени суток. С вами канал Бонсай сначала 65 Алексей. Кто помнит мое видео с этим Миртом Кингай. Каскад. Касачек. Каскад. Вот такой вот он уже оброс. Помните, я говорю, дракончик или пудель. Смотрите, как он оброс. И опять же, вот у него проблема. Большие листья и между узли большие, потому что не хватает солнца. Это у меня на камне он. Здесь камень. Корни это его. Я его поднял в этом году. Помню, давал 2 года назад. Садил на камень, делал стаканчик. Поливал вот так вот. Прекрасно. В этом году пересадил в эту ложку. Прекрасно прирос. В июне я обрезал. Сейчас конец июля. Опять же, сейчас опять я его подрежу. Даже эти лапки сделаю, наверное, так примерно. Ну что, поехали. Начнем с лапок, наверное. Пока с лапочек начнем их. Вот эти срезать, которые, видите, между узлы как большие такие. Я его полил недавно. Поэтому. Такой вот у меня. Так, лапка. Тут все заросло и не поймешь, где у него лапки эти. Берем пучок, прямо обрезаем. Пудель. Это пудель. Три дракончика. Еще. Да, я его полил, потому что очень липит все листочки. Сам надо не поливать. Ну ладно, я его сверху поливал еще под душем. О, пыль с него. Видишь, вот видите, вот листочки. Когда весной выносишь его, я его никогда не приучаю, я сразу ношу, у него угорают листочки. Потом начинается новый ростки. Так, кстати, можно даже погубить. Я в этом году загубил так 2 миртика. И еще засушил. Кто помнит, у меня был мирт 3 брата. Я его не изначально засушил. Я его туда пересадил и забыл про него, поставил там. Ну, короче, не то, что забыл. Ну, так получилось, что у меня засох. И больше его нету. С нами 3 братьев. Что делать? Бывают такие потери, которые выращиваешь, потом хлопы. По своей же. Или по, ну или надеешься на кого-то, короче. Что полезно получается. Ладно, винить никого не будем. Сам виноват, как говорится. Получаешь, что получил. Когда разводишь цветы, если честно, то уезжать это гиблое дело для цветов. Все равно так не поливает человек тот, который. Ну, только ты можешь цветы знать. Сколько и когда их поливать, их там опрыскивать, не прочее. Поэтому. Благодарны человеку будь, который вас поливает, за то, чтобы хотя бы поливал. За то, что как получится, чтобы тебе. Ну, бывало, у меня лимон, помню, 20-летний погибал. Бывает так тоже. Ай, так. Так уж бывает. Что-то голова, которая пудель большая у меня. Сейчас немножко обкромсаем. Наверное, умный сильный пудель. Уши я ему делать не буду. Не хочу. Это не пудель, я просто так назвал. Это просто полукаскад, бонсай. Я его просто так стригу. Прикольно. Нравится. Вот эти шапочки, ножки, лапки. И голова. По сути, похоже просто. Ну, нравится мне, я его так называю пудель.
Я, по сути, не придерживаюсь правил канонов бонсай. Выращиваю то, что мне нравится. Просто вот и все. Слишком нудно все это придерживаться. Я видел в Японии эти бонсай, в Китае. Конечно, красиво, когда по канону, но это слишком много времени, надо выращивать смолу, мне кажется. И слишком долго уходит время на это. Я выращиваю для души, просто для себя. А там у них в основном они выращивают для бизнеса. То есть на продажу. У них там целые аллеи. Ну, не аллеи, как назвать-то правильно. Короче, где много-много выращивают, бонсайчик сразу делают. Раньше это было, если было единичное, как говорится, занимались, то сейчас это поставлено. У нас же как шило, что делать, сразу ставится на поток бизнеса. Поэтому так. Я продаю иногда просто лишние растения, жалко выкидывать, оставаться. Бывает, что я продаю весь раз, а бывает выбрасываю. Просто потому что никто не берет, никому не нужно. Сейчас людям не до растения, может быть, не знаю. Хотя какая разница? Сохранить что-то. Не ценит. Кому не интересно. Все, что, как говорится, приходит и уходит. Все, что бывает, как говорится, мода на что-то, она приходит и уходит, потом возвращается опять. А потом, когда возвратится, это надо возрождать все. А тут она готова уже будет. Хотя мир, конечно, это не долгожитель. Такой, чтобы он много прожил. Это хвостик его. Это я так называю хвостик. Ну вот все. Все. Набрали. И он опять у меня с лапками и с головкой. Что-то у меня горло поворачивается немножко. Тут. Мир сейчас, я говорю, если у нас обычно август, теплый месяц. Август, сентябрь, самый рост. А вот в этот раз он в июле, только что единственное, вот видите, большой у него. Глаз как у циклопа. Между узлы большие. О, как опять. Ой, и все мокро. Вот видите, как все обстригается. Все. Ну, потом без камеры, может быть, там подровнять где-то. Я обычно там делаю, когда вот в свободное время сижу. Вот эти, которые ставят спинючки. Я же не смотрю, обрезаю, просто спинючки, может, такие вот. Какой-то длинный, допустим, раз, потом подрежу. А когда они зарастают, они там что-то сыхают, не знаю. Это уже на любителя говорится. Так, задняя часть тоже немножко подрезать. И мордашку подрезать, что-то он сильно распустил здесь. Так. Ну вот и все. Вот тут вообще лицевая сторона у него вот эта вот, если что. А это я солнце ставлю, как всегда, что росло. Нет, ну, или это. Какая лучше сторона, подскажите, вот эта сторона лицевая будет, или вот эта. Хотя потом стяжки-то снимут, вот это надо скрыть, вот так. А козок камня не видно. Если отсюда смотреть, то так, и так. Вот это надо будет джину удалить, наверное. Он не смотрится здесь. Здесь не нужно, если честно. Совершенно. Вот так он лучше смотрится. Тут очитка твердая. Палочкой. Красивая. Ну вот видите, какой бонсайчик можно вырастить. А, вот эти я забыл, вот на стволе, они здесь не нужны.
Так, это тоже не надо. Веточка, чтобы видно было. Вот она. Я обычно выщипываю поэтому, чтобы столик было видно. Вот это можно оставить. Хотя здесь так шишка нарушить еще не надо. Тут я срезал шишечку, тут была сильная. Это же несколько веток, из трех веток было. Один корень, а три белые ветки. Раз, два, три. Сплетал. Поэтому я здесь лучше удалить. И здесь большая была шишечка, я срезал, замазал. Она вообще некрасивая была. Ну, вроде заросла так. Ну, в общем, вот так вот, смотрите. Занимайтесь бонсай, и будет вам счастье. Всем доброго, хорошего, вернее, настроения, мирного неба над головой. Будьте счастливы, богаты. И главное, что главное должно быть, как вы думаете? Мира, самое главное. Всем пока-пока. С вами был канал Бонсай сначала 65. Алексей Сухолин. А моя рука, как я машу. До свидания.